переваривает. И мою, и бугай. Ну, читай дальше. За бою, китайчи, и бою, и китайчи. Пожалуйста. И вот твой китайчи. Папа, читай. Кишечник уже хорошо сформирован и легко переваривает подготовленную аминотическую жидкость. Фекалия накапливается медленно, чтобы открыть сезон пупок после рождения. Что там нарисовано, Сонечка? Там ляля нарисована, ну и мама. Маленькая ляля? И вот так лицо. Лицо так трогает? С каждым днем кроха становится все симпатичнее. Я ляля буду. Ну, Сонечка, у тебя будет ляля? В животике у тебя живет? А что она там делает? Она спит. Темно, больно. Темно и спит? А кто у тебя там, мальчик или девочка? Девочка. Девочка? Ага. А как ты ее назовешь? Гай-гай, баба ее. Как ее будут звать? Вика-Вика. Вика-Вика ее будут звать? Угу. А сколько ей лет? Три. А она большая или маленькая? Маленькая еще. Еще маленькая? Нет, нет.